My dneska čteme Šrimad Bhagavatamu z 5. kapitola 2. 15. Da, 15. Sloka 15. Yad anudhyasina yuktaha karma granhi nibandhanam chindante govidastasya konakuryat katharatim. Интеллигентные люди с мечем в руце просекают связующим заузлением реакции приносящей праце кармы тем, что вспоминают на сверхованного пана, где бы тогда не явил заем о его посельстве. Визнам. Когда же духовная искра достанет до стыку с хмотными прывки, припутываясь к акциям и реакциям плодоносной праце, хотим ли освободить, е треба тенто узел пшетнот. Освобождение власне знамена конец колобегу праце а их реакция. Человек, который уставичне вспомина на трансцендентальные забавы особенности божества, к тому-то освобождение автоматически доспеет. То прото, же вешкере забавы сверхованного пана, его лила и со трансцендентальный квалитам хмотной энергии. Скутки пана и со пше пшитажливе, духовные активности, а неустанным стыком с ними се подменена душа поступне от духовной, потом уже дефинитивне пшетнот узел хмотного отродства. Освобождение из хмотного отродства е тогда дало бы се житьцы ведлейший продукт от данной службы. Пухе досажение духовного познания еще не заручує, же будеме освобождены. Духовное познание должно быть дополнено от данной службы, которая часом уполне превладна. Теперь тогда есть возможное освобождение. До конца и праца плодухтивого дельника, которая бы инак заисте принесла свою реакцию, может довести к освобождению. Если дополнена от данной службы, карма дополнена от данной службы се называ карма-йога. Подобное эмпирическое познание дополнено от данной службы се называ гьяна-йога. Чиста бхакти-йога však nezávisí na karmě ani na gyáni. Bhakti yoga zaručuje nejen osvobození z podmíněného života, ale navíc člověka oddaržuje transcendentálními lásky plnou službou pánu. Každý rozumný člověk, pokud je alespoň trochu vnímavější, než je zvykem u lidí s chabým poznáním, by si toto učení měl osvojit a nepřetržitě vzpomínat nejvyššího pána. Měl by o něm naslouchat, měl by ho lebit, vzpomínat na něho a stále bez přestání by ho měl uctívat. To je dokonalá svodané služby. Goswami z Vrindavanu velmi svědomitě nasledovali tyto zásady a zanechali též po sobě pro náš prospěch obrovský literální odkaz transcendentální vědy. K této kazatelské činnosti je splnomocnil samotné Čaitanya Mahaprabhu. Указал цесту про всехны можные касты, а животные ставы, як увадят учение Шримад Бхагаватаму, а иных авторитативных писем до живота. Еще одно верш. Яд анудхиасина юктаха карма грандхи нибандханам чинданты ковиташтасья кона курят катхаратим. Интеллигентные люди с мечем в руце просекая с лазуйцем за узлением, реакция приносящей эти працы кармы тем, что вспоминая на сверхованного пана, кто бы тогда не явил заем о его путешествии. Ома гьяна кимиранда сия гьянанджана шалакая чакширан миликамрина тасма шри гаве намаха чай чайтанья манобиштам сарапитам гьяна бхада ваям рупах кадам ахям кадати свапатантикам Вандехам Шри Гуру, Шри Ютатада Камалам, Шри Гуру Мрайшнавам Чам, Шри Рупам Сарджатам Сарган, Рагунатам Витам Танца Чивам, Садвитам Садхутам Париджана Сайтам Кришна Чайтанья Дайвам, Шри Радха Кришна Падам Саргана Лалита Шри Шахкам Витам Чам, Эре Кришна Каруна Синду Динабанту Джагатпате, Гопиша, Готика, Канта, Рада, Канта, Намасуте, Тапта, Канчана, Гауранги, Ради, Бриндаване, Шри, Вишакхану, Суте, Деви, Пранамами, Харите, Ванчукалпата, Вишча, Крипа, Сузубья, Вача, Атитана, Парамадбио, Вайшна, Жебио, Нуна, Махара,
Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадигура Бхактавринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, дорогие удани. Что хотели бы обсудить? Что бы вы хотели дискутировать? Шрадха. Вера. Шрадха, да. А что я не могу? А что пресне? Как провозил Радуна в целом процессе Радуны Кришны? Как сопровождает преданного по преданному, в процессе преданного служения? Баджана Крия, ты разные ступни. Баджана Крия, все остальные уровни. Еще раз можете повторить? Преданный Премадатта Прабху спрашивает, Шрада, вера, как вопрос, как обсудить хотят, как вера сопровождает преданного по разным процессам преданного служения, начиная с Баджана Кри и так далее. Да, это хороший вопрос. Это добрая утаска. Вера на самом деле это то, что начинается в самом начале нашего. Вера это то, что начинает, выполнив зачатку нашего. И она... И до конца, до самого конца вера остается. А до конца вера зустава. И чтобы понять значение веры, я, наверное, постараюсь привести такой пример. Абы похопить визнам веры, я скусим дать такой приклад. Иногда говорят, что есть путь преданного служения. Нигде же кажется, что есть цеста данной службы. И говорится, что вера – это первый этап. А же кажется, что вера – это первый этап? Шрадха, да? Шрадха. А потом после шрадхи что идет? Первый ступень. Пак шрадха, по шрадхи что идет? Саду-санга. Да, пресный этап. Саду-санга, потом баджана-крия, потом анартхи-невритти. Потом ништха, да, так далее. Вот. И можно подумать, что вот у меня сейчас ступень шрадхи, и следующая ступень – это саду-санга, потом баджана-крия. Я прошел этот путь шрадхи. Нигде можем мыслить, что я только мам уровень шрадхи, пак буду иметь баджана-крию, а саду-сангу, а же уж мам за собой ту уровень шрадхи. На самом деле, вот этот путь можно сравнить не сколько не с путем, а сколько с такой с пирамидой. Вы скажете, что эту цесту можем поравнять не с цесту, а с такой пирамиду. Представьте себе, что у вас есть какое-то поле. Да. Представьте себе, что мате поле. И вы накидываете ну, что-то, ну, например, землю. Да. А вы на туда вот эту землю? И что происходит? Вначале земля идет в самом, скажем так, внизу, да? Как то выпадает? Земля вполне под тем, в зачатку. И потом, соответственно, она, как бы сказать, растет вверх, вот эта куча, да, вот эта вот земля, она растет вверх, как пирамида. А пак та громадка начинает расти нагору, как пирамида, треугольник. Да, то есть иными словами, мы не можем дойти до пути премы, да, конечного итога, не сделав вот это основание, то есть наша шрадха очень-очень широкая, очень большая. Так же мы не можем закладе дойти до уровня премы, если не уделаем обровско широкую этот заклад шрадхи. И, например, иногда, допустим, иногда есть сложности с непониманием вот того, как устроен этот путь. И со нигде тяжкости, непохопение, как выпадает целая та цеста.
Например, мы можем сказать преданному: слушай, тебе уже пора заниматься баджаной крией. Нет, мы можем жить отданным, пока послухаем, мы все еще зачем делать баджаной крию. Например, ты уже должен получить посвящение. Уже мы бы мне лучше достать засвящение. И что нужно для того, чтобы человек мог получить посвящение? Что потреба, чтобы человек достал засвящение? С одной стороны, можно подумать, что вот он просто должен получить посвящение и заняться баджаной крией. Нигде мы можем мыслить, что он может достать засвящение, або и делать баджаной крию. Но если мы понимаем, что вот этот вот путь, он имеет такую пирамидальную структуру. Если мы видим, что та циста не ма заклад как пирамиды, то мы поймем, что для того, чтобы преданные заняться баджаной крией, что нужно делать? Мы покупим же, чтобы отданный делал баджаной крию, что ей потреба, чтобы он делал? Увеличивать шрадху. Обезвечивал шрадху. Потому что увеличивая шрадху, что мы делаем? Мы увеличиваем шрадху. Увеличиваем шрадху, что мы делаем? Что происходит? Что с идеей? Если мы будем увеличивать шрадху. Если мы будем увеличивать шрадху. Все серьезно. Предан более серьезно относится. Да, да. Он будет увеличиться следующая ступень, саду санга. Же звичи, оно, звичится та дальше уровень саду санги. И если увеличится уровень саду санги, то что тогда произойдет? Если все звичи уровень саду санги, что все станет? Появится вот этот вот следующий этап, это баджана крии. Возникнет дальше ступень баджана крии. Понимаете? И чтобы перейти на следующую ступень анартха нивритти, что нужно делать? Або пройти на дальше уровень анартха нивритти, что и потреба делать? Опять надо увеличивать шрадху. За все потреба увеличить шрадху. И чем больше мы увеличиваем шрадху, тем что будет увеличиваться? Когда еще будем работать на том, чтобы мы увеличили шрадху, что будет все увеличивать? Садусанга. Садусанга, да. Оно садусанга. А увеличение саду санги к чему приведет? А звечение саду санги к чему приведет? Баджана-крия. Да, да, баджана-крия будет лучше. Баджана-крия будет лучше? И увеличение баджана-крии приведет к тому, что появится новый этап анартха-нивритти. А звечение баджана-крии принесет нам дальше ступень анартха-нивритти. И, соответственно, чтобы нам укреплять дальше анартха-нивритти, этот процесс, и перейти к нишне, мы опять должны сыпать, добавлять шрадху, веру. Она приведет к увеличению саду санги и так далее, и так далее. До тех пор, пока вот эта вот пирамида, мы не будем ее вот так вот увеличивать, да, вот, и она не дойдет до самой вершины, до Кришна Премы. Угу. Также, про то, чтобы мы достали чем больше нагору до анартха нивритти адал, мы должны как-то сыпать ten plot, tu zem, jak on do šradhy, do bhajana kriji a tak dále. To musí ze základu zvětšovat se, aby jsme šli nahoru. I tak dále, ta systéma, ona bude očin ustojčivý. A pak ten systém bude velice pevný. No a jestli my, například, popróbujeme jináče dělat. A jestli my zkusíme udělat jinak? Například, my podtáváme jednu korobku, da, допустим, to bude u nás šradha. Třeba dáme jednu krabici, to bude šradha. И потом мы поставим на эту другую коробку. На то даме дальше. На то даме дальше крабицы стыну великости. И представим себе, что это саду санга. А представим себе, что это саду санга. Потом мы поставим третью коробку. Даме третьи крабицы. Это будет у нас баджаная крия. То будет баджаная крия. Как вы думаете, на какой коробке это вся конструкция? Ага. А пак попримышляйте, на которой крабице целая та конструкция спадна. Понимаете, да, в чем проблема? Разумеете, в чем я проблема? Что нужно строить вот именно основание, фундамент. И вот основанием, таким фундаментом нашей такой жизни является вера. Угу. Же закладом целого того системы є віра. И если же мы не будем развивать вот эту веру, да, то есть мы будем просто чисто механически переходить от одного этапа, пытаться чисто механически переходить от одного этапа. Другое, то мы выстроим очень непрочную систему, и это есть риск того, что в жизни преданного будет вот такая катастрофа.
Если мы не будем развивать веру, а не будем ставить на том систему, же, чтобы мы развивали веру, а не будем это делать, а будем делать, но будем автоматически приходить с одного уровня на другого, же все в конце будет катастрофа, все это спадет. Вот, и... Ну вот, я бы так вот, может быть, поговорил бы о вере. Так, так бы зачем говорить о вере? Там много есть еще каких-то аспектов, связанных с верой. И сегодня буду, которые все спойны с верой. Ну, вот это вот один из самых таких главных пониманий того, как строится жизнь преданного. А то это не главный похопение, как функционирует живот от данного. И поэтому, если вы видите, что кому-то пора получать инициацию, если вы видите, что некто потребует достать засвящение, то что тогда надо делать по отношению к этому преданному? Что потреба делать с тем отданным? Нужно стараться делать так, чтобы больше было веры, укреплялась его вера, и чтобы было больше садху-санги. Потреба делать так, чтобы извечивалась его вера, а мне лица садху-санги. И вот эта вот садху-санга, она естественным образом приведет к тому, что он станет на путь Баджаны Крии. А садху-санга пак приведет к тому, что он станет на цесту Баджаны Крии. Но сама садху-санга, она базируется тоже на шрадхе, на вере. А сама, целый уровень садху-санги стоит на вирже, а на Баджаны Крии. На вере. На вирже. На вере, да. И поэтому... Ну, вот такой путь, он более такой хороший. Так вот, состоит в виде всякого добра. Добрый. А как увеличивать эту веру? Практически. Что на практике? Вера... Мне, я обычно, когда говорю про веру, я говорю про трех китов веры. Когда я говорю о вере, я говорю о трех китах. Кит, да. Вы знаете, земля держится на китах, на трех китах. Это такая рыба, whale. Земля все держит на тех рыбах, как это называется рыба в чистине, whale. Знаете, да, что такое? Велриба, йо. Йо. Так что, когда я говорю о вирже, я говорю, я примышляю о тех трех велрибе, на котором все это держит. Вот. И первый кит заключается в том, что вот эта вера должна быть настоящей. Первый велриба знаменует то, что эта вера должна быть права. Потому что невозможно укрепить веру, которая является не настоящей. Нени можно звечить, а спевнить веру, которая не фалшна. Понимаете? Разумеете? То есть это, ну, носит такой объективный характер. Тома объективный характер? Ну, например, вот если взять, допустим, ферму. Видишь, возьмем на фарму. Вы верите в то, что если посадить семена весной в землю, то они дадут такой урожай? Вы верите в том, что если дамы семена на ярже, то пак да плоды? Хорошо. А верите ли вы, что если посадить семена зимой в снег, не в землю, в снег, то они тоже дадут урожай? А верите ли в том, что... если ты семена дамы в зимне до снегу, не до зимы, але до снегу, же то пад так и да плоды. Тяжко. Тяжело верится. Да, да, но почему? Проч. Смотрите, первый случай – это истинная вера, это настоящая вера, правильная вера. Первый приклад – то это права вера, справная вера. Да, вторая – это неправильная, не, это ложная. Другая, то есть не несправна, та фалшна. И мы можем усиливать только истинную веру. Мы можем извечивать ту правую веру. Если, например, кто-то будет ходить и говорить, нет, нет, давайте уже сейчас сажать в снег семена, чтобы у нас был осенью
хороший результат, он может даже кого-то убедить в этом. Если некто будет говорить, не-не, пойдем в зимние дамы, просто ты семена, аби сме в подзиму мнили велкие плоды. Уже он может, так ли можно некого пресвечить, аби то делали. Но что будет осенью? А что будет в подзиму? Ничего. Нет, ничего. Осенью такого человека побьют. Не, в подзиму такого человека змлати. Потому что ему скажут, где? Вот мы тебя послышали, а где результат? Где он ему рекнул? И мы тебя послышали, где выследок? И поэтому можно усиливать веру именно истинную, настоящую. Протом є можливі звичувати, аспірнувати віру, яка є оправдова, як права. І, наприклад, в Совєтському Союзі в своє время була комуністична віра. В Совєтському Союзі була комуністична віра. Вона строїлась на таких теоретичних розробках Маркса. Вона закладом була теоретичні правила Маркса. Ну, він сформулював вот эту віру. Він правильно же сформулював ту віру. Но мы видим, что что случилось с коммунизмом. А мы теперь видим, что все стало с коммунизмом. Капут? Капут. Ниц. Да? Почему? Прочь. Потому что эта вера ложная. Потому что эта вера фалышна. А тогда, как мы видим, что ведическая культура, она до сих пор так или иначе она существует. А зараз видим, что ведская культура так или иначе она существует. Понимаете? Хабите. Поэтому это говорит о том, что самое первое условие для того, чтобы вера укреплять, эта вера должна быть истинной. Первая подминка, чтобы звечить, упевнить ту веру, та вера мусит быть права. Потому что если укреплять ложную веру, то на языке медиков это будет называться шизофренией. Потому что если будем звечивать спевнула ту фалишну віру на в термінології медицини, то буде се, тому се буде жикати шизофренія. Ой. І поэтому это первый такой кит веры, которая первый кит веры, на чём она держится. Также то є první вилриба віри, на котором се держи. А повторю ще раз, віра може бути істинною, може бути ложною. І ще одну запаку, віра може бути права, а фалишна. Второй тип – это он связан с сознанием. Другая вилриба є то, що вона споєна з познанням. Как вот вера, она может быть слепой. Віра може бути слепа. А може бути такой зрячий. А може бути відома. Понимаете? Розумієте. То есть, вы понимаете разницу между слепой верой и зрячей верой? Хапите розділ між слепою вірою, а відомою. То есть, в чем разница? Який розділ? Если есть слепая вера, человек говорит, да, да, я верю. Если есть слепая вера, человек говорит, ано, я верю. Но он не может объяснить это, он не может это доказать. Он не может это объяснить, а доказать. Вот. И... Это проблема, да? Это и проблема. Даже если вера правильная, но человек не может ее объяснить, то это проблема. И когда эта вера справна, а человек то не может высветлить, то и проблема. Например, если... многие люди, кстати, это понимают. Например, одни люди тому разумеют. Например, врач. Например, лекарь. Врач говорит... Ты должен делать то-то, то-то и то-то. Лекарь говорит, ты можешь делать то-то, то-то, а еще то-то. И, например, больной, он верит врачу. Например, ты немощный, он верит лекарю. Но что делает еще врач? А что еще говорит лекарь? Он еще объясняет, почему так надо делать. Он еще высветлит, почему так ты можешь делать. То есть он хочет, чтобы вера больного в его слова не была слепой. Он хочет, чтобы вера немощного в его слова не была слепой. Понимаете? Разумите. Потому что если врач скажет, ты должен делать то-то, то-то и то-то, больной ему поверит. Потому что если лекарь скажет, ты можешь делать то-то, то-то, а то-то, тот немощный будет ему верить. Но в чем может быть проблема? А в чем может быть проблема? В том, что он не перейдет Баджана Крии. Что он не пройдет до Баджана Крии. Баджана Крии в этом вопросе.
Баджана Криштан Гаутасе. То есть он не будет делать все то, что ему сказал врач. Он не будет делать всех на то, что ему сказал лекарь. Понимаете? Разумеете. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вера была такой зрячей, видящей, да? Есть потреба, чтобы вера имела зрак. Или, например, какой-то другой пример. А, например, иный приклад? Вы будете учить человека, например, ездить на тракторе или на машине. Вы будете учить человека ездить на тракторе или на авто. И вам мало ему, допустим, сказать, делай так или не делай, например, вот так делать не надо. Если это мало? Вы не можете сказать, например, просто, что вот так делать не надо. Вы не можете жить же так, делать не смеешь, а не потреба. Если вы опытный педагог, вы еще объясните, почему так не надо делать. Если вы скучный педагог, вы еще высветлите ему, что не смей делать. Потому что иначе человек может просто сломать это. Иначе тот человек может это всех разбить. Понимаете, да? И это очень важно для того, чтобы вера была сильная. И тут улучшить, чтобы вера была сильна, певна. И поэтому одна из таких подсказок, что нужно для усиления веры, это... Одна из тех рад, чтобы уделать веру певную, это... Разбираться в этом вопросе. Быть скучным в той утасце. То есть нужно изучать постоянно эту тему. И потреба студовать эту тему. То есть мало просто, допустим, понимать, что да, это так, нужно еще уметь объяснить это. Это мало, и нам хапать, что это справно делать, а еще потреба уметь высветлывать то. Вот. И есть разные уровни, вот есть разные уровни того, как можно судить о вере. И разные уровни, как можем судить о вере. В России есть такой анекдот, да? В русской анекдот? В тип? Учительница вызывает родителей одного ученика, который плохо учится. Учителька зве родичу одного жака, который студует шпатный, учится шпатный. И она говорит, ваш ребенок очень плохо учится. Ваш дитя шпатный се учи. Я ему один раз объяснила что-то, он ничего не понял. Если ему высветлила одно, он ничего не похопил. Второй раз ему объяснила, он ничего не понял. По-другому, если ему высветлила, он ничего не похопил. Она сказала, третий раз ему это все объяснила. По-третьей, если ему высветлила. Я уже сама все поняла. Я всем сама всех не похопила. А он до сих пор ничего не понял. А он до этого ничего не похопил. Понимаете? Разумеете. То есть есть разный уровень понимания. Один уровень самый низкий понимания, когда мы понимаем, но не можем даже формулировать мысль. Є годні уровні похоплення, що ніде ми можемо розуміти, але ми не можемо сформулювати ту мишленку. Вот это самый такой низкий уровень веры, ну вот с точки зрения того, что мы можем объяснить вот эту вещь. Ещё раз. Ну, это самый низкий уровень веры, когда мы это низкий уровень веры. То есть, правда, это низкий уровень веры, где мы не можем высветлить ту вещь. То есть мы верим, но мы не можем ее даже в голове сформулировать. Мы верим, но мы не можем это сформулировать в голове. Вот, более высокий уровень, да. Наивысший уровень, то есть. Это когда мы можем это сказать словами, можем это объяснить. Когда мы можем это сказать словами, можем это высветлить. Но не факт, что тот человек, которому мы будем это объяснять, он это поймет. Але не то факт, да, же истый, же если же тот человек, то ему все похопит. Но этот уровень все равно он более высокий, чем Але первый. Тарита уровень еще выше, чем тот низкий аспект. И самый высокий уровень, когда мы что-то объясняем кому-то, и другой человек тоже все понимает. А наивысший уровень, когда мы высветлюем не все, а тот другой человек, то мы все разумеем. И поэтому для укрепления нашей... То есть какой мы можем делать вывод? Что нужно для укрепления нашей веры? Так же, какие за веры? Что мы можем уделать, чтобы мы спевнили нашу веру? То есть для этого нужно изучать шастры и проповедовать. Про то и потреба студовать шастры, а казать. Потому что изучение шастры и проповедь, оно усиливает нашу веру. Же студование шастр, а казание звечует нашу веру, спевнюет нашу веру. Потому что наша вера перестает быть слепой. Потому что наша вера перестала быть слепа. Она становится зрячей. Она начинает быть мизрак.
И это означает, что наша вера становится более сильной. Что значит, что наша вера будет сильнейшей? Например, мы можем пойти и сказать, объяснить людям, ну, не надо есть мясо. Например, мы можем идти к людям, а жить, не потребно есть мясо. Они скажут, а почему? Они же говорят, а проч? Ну, ты думаешь, что не надо есть мясо. Ты мыслишь, что не потребно есть мясо? А я думаю, что надо. А я си мыслим, что есть потреба. Объясни. Высветли. Если вы думаете, да-да, я знаю, что мясо есть нельзя, но объяснить не могу, то это вот пример слепой веры. Uh-huh. Если я си мыслим, что йо-йо, яко мясо не потреба есть, але не могу ему высветлить проч, то это приклад слепой веры. А если же вера сильна, то вы приведете какие-то доводы, какие-то примеры из жизни. Да? А когда вера сильна, вы можете дать разные доводы, приклады из живота. И вы сможете убедить другого человека. Вы можете пресвечить того другого человека. Понимаете, да? Разумеете. Это второй кит веры. А то есть та другая рыба веры. То есть еще раз, первое – это вера должна быть истинной. Так что первая вера должна быть права. Истинная вера, она сильная, ложная вера, она слабая. Права вера – сильна, фалшивая вера – слаба. А второй, вторая вещь – это то, что вера должна быть незрячей. А другая вещь – вера должна иметь зрак. Зрячая вера, она сильная, а не слепая вера, она слабая. Ведома вера – сильна, слепая вера – слаба. И для того, соответственно, мы должны изучать шастры, мы должны проповедовать. Потому мы должны студовать шастры, должны казать. И третье основание – это… Как сказать? Это… Третий заклад – это практика. То есть практика. То есть насколько мы вот эту веру, насколько мы вот эту веру применяем на практике. Насколько мы эту веру поживаем в практике. То есть до какой степени мы можем держаться за веру. До какой меры мы можем содержать на такую веру. Вот потому что многие люди, они верят во что-то, но они, у них нету сил этой вере следовать. Потому что многие люди имеют достаточно веры в нечто, но они не имеют силы, чтобы следовать тому. Ну, например, у меня есть, я знаю одного знакомого в моем городе, ну, он такой бредный, и он пьет, он алкоголик. Да? Я знаю одного отданного из моего места, он не отданный, но он пьет, он не алкоголик. Ну, он как раз отданный. Немножко. Але он не отдали. Да, да, он продан. Ну, вот. Uh-huh. И он знает, что пить алкоголь – это плохо. Он видит, пить алкоголь – это шпатный. Но у него нету сил держаться за эту свою веру. Але он нема силы держаться за ту веру. Понимаете? Разумите. Поэтому третий момент сильной веры – это практика, то есть насколько мы способны эту веру воплотить в жизнь. Угу. Так что третий ступень веры – это практика, как мы можем положить в животе. Потому что, например, можно знать теоретически, что если посадить семена в землю весной, то они дадут урожай осенью. Угу. Уже теоретически мы можем видеть, что если дамы семена на ярже, под зиму они дают нам жни плоды. Но если мы будем на практике это делать, сами будем сажать эти семена. Если мы на практике это будем делать, сами будем сажать эти семенка, то тогда это, соответственно, усиливает вот этот вот третий момент. Так да. Пак, то звечует этот третий ступень. Практика усиливает это. Практика звечует. Понимаете? Разумеете. И, соответственно, вера фермера, который сам реально сажает, и вера просто городского жителя, который теоретически это знает. Прото вера фармаржа, который на практике сам сея семенка, а вера человека из места, который видит нам о том теоретически, она разная. И разная. И чья вера сильнее? И чья вера сильнейшая? Фармаржа. Фермера.
Да, да. Хотя городской житель, он тоже может понимать. Ано, але заровень тен местный человек так и может тому разуметь. Ему в школе тоже это могли объяснить. В школе ему так и то могло высветлить. Он может объяснить эту теорию. Он может высветлить эту теорию. Но если он сам не сажает, у него уже не будет такой веры. А если он то не делает, он не имеет такого веру. И поэтому это тоже очень важный фактор. Прото это такой дуожитый бот. Утеление веры. Звечение, спевнение веры. Вот. И поэтому можно подвести такой итог. Прото можем делать такой завер. Каким образом мы можем усилить веру? Каким способом можем извечить веру? Первое, мы должны выбрать правильную веру. Первое, мы должны выбрать правильную веру. И правильную веру мы можем выбрать, ну, увидев, что она действительно очень, ну, как бы, долгая, да, то есть она очень древняя. Очень реальная. Очень древняя. Ага. Правильную веру мы можем выбрать также. Вона є управду така довга, що вона є сьогодні стара, продавна. І цей фактор істинності для нас дуже сильно зв'язаний з лічністю Шрила Прабхупади. Правда, що цей бот, що правості, що це справна віра, є спільна з Шрилою Прабхупадою. Тому що Шрила Прабхупада принес нам це знання. Шрила Прабхупада принес нам то познання. Вот. И в этом плане тут все держится на милости Шрилы Прабхупады. В том, всех нас тут держит на милости Шрилы Прабхупады. И в каком-то смысле это от нас уже не зависит. В никаком смысле от нас то не зависит. Но два остальных фактора, они зависят от нас. Але ты остальные два боди ступни, они зависят от нас. И, как я сказал, следующим. Фактор – это знание. Как я уже сказал, тот второй бот – то есть познание. И для этого нам нужно что делать? Потому мы должны делать что? Студовать. Учиться? Да, учиться и проповедовать. Показать. Вот. И третий фактор – это у нас уже практика. Третий бот – уже практика. И что это означает, что там надо? Что это знаменит, что нужно делать? Быть прикладом. Быть примером? Да, да. Реализовывать это знание. Реализовать то познание в животе. И если реализовывать это знание в жизни и реально изучать. Если то, реализуем то познание в животе, а правду будем студовать. То вместе с милостью Шрилы Прабхупады. А с полу до громады с милостью Шрилы Прабхупады. Это дает очень и очень, очень сильную веру. То да, великую, великую, сильную веру. Понимаете? Разумеет. Вопрос, вопрос. Jak říkal Prabhu, ten první stupeň, že vlastně živá bytost se má vybrat jakoby správnou víru, ne? A tak vlastně Krishna říká v Bhagavad Gita, že jsou tři druhy víry na základě stavu srdce. Jo? Buď v kvalitě dobrá, vášně nebo nevědomosti. Ne? Это человек. Вы говорили, что есть уровень, в самом начале уровень веры. То есть человек вначале должен выбрать правильную веру. Кришна Бхагавадгити говорит, что есть три состояния сердца. Она в качестве невежества, страсти и добра. А власне, же если некто под уровнем квалитеты вашни, так си выбирает веру в квалитеты вашни, если некто Если кто-то находится в гуне страсти, он выберет веру в гуне страсти. А если кто-то в невежестве, выберет невежество. Да, да, но вот, да, вы правильно говорите. Но вы же говорите справне. Это описывается в 17 главе Бхагавадгиты. То висвятилось в 17 капитоле Бхагавадгиты. Там говорится о том, что под влиянием какой гуны человек что выбирает. Там все же под влиянием, которые гуны квалиты человек выбирает. Ну, это хорошо объясняется, если мы понимаем 14-ю группу. То добре все
Хапа, když my víme 14 kapitolu Бхагавад-гиты. Потому что в данном случае, вот что касается нас, мы говорим про трансцендентную веру. Protože co se tady v tom situaci, co říkáte vy, to se říká, to se týká jako, to se týká nás jako, které dělají, které mají transcendentální víru. A v 17. главе описывается материальная вера. А в 17 капитул висетлые материальные веры. Ну, то есть вера, которая находится под влиянием материальных гун. Вера, которая под влиянием материальных квалит. И в 14 главе в нем объясняется, как действует вот эта гуна. В 14 капитуле висетлые, как функует эта квалита. И поэтому вера, она очень сильно связана с гуной. Вера угодно споена с квалитом в матной природе. Как действует гуна? Как функует гуна, квалита? Можете сказать? Можете мерить. Ну, или предположить. Либо предполагать. Как функуют три гуны? Ага. Как, именно как работают три гуны, имеете в виду? За счет чего она оказывает на нас влияние? То так есть, чему она нам дала, углубняет нас? Как бы механизм, да? Вот механизм, как, техника того. Как вот, например... Почему нас, на нас влияет, имеете в виду? Что еще? Почему на нас влияет? Да, как она на нас влияет? Как она на нас углубняет? Механизм, как она влияет? Да, это механизм, техника, как она углубняет нас. No, zastínuje čistý vědomí. My jsme původně nirguna, zastínuje vlastně. Покрывает чистое сознание. Мы изначально ниргуна, но она нас покрывает. Окей, да, это есть такое. Оно это так. Это аваратмика шакти, да? Это аваратмика шакти. Но я еще... это, в принципе, правильный ответ. То есть правильный ответ. Но я немножко хотел бы другой вот механизм услышать. Я бы хотел еще услышать иные механизмы. То есть как в любой машине есть механизмы, и они устроены определенным образом. Во всех аутах есть механизмы, они учитывают способы уделана. Если мы понимаем, как работает этот механизм, тогда что машина? Если мы видим, как она уделана, ставлена. Зачем нужно знать механизм, как устроена машина? Проще потреба видеть, как была поставлена уделана авто. Чтобы мы знали, как управлять ей. Да, чтобы можно было управлять. А ну, а вы с моей овладали. Потому что если мы не понимаем механизм, мы не можем ее управлять. Если мы не видим механизм, мы не можем овладать. То же самое с гунами. С тени из квалитама. А чтобы управлять гунами, нужно понимать их механизм, как они работают. Аби овладать гунами, квалитама, мы можем видеть механизм, как то функует. И поэтому в 14 главе Бхагавад-гиты очень подробно описывает механизм этой гуны. В 14 капитуле Бхагавад-гиты очень подробно высветлюет механизм, как то функует. И тот, кто понимает механизм, как устроена гуна, тем, кто хапе, как функует механизм, как уделана гуна. Кто еще последний, что кем будет? Да, кем он будет. А кем он будет? Что он получит? Что он достанет? Он получит права. Он достанет жидич. Права на управление гуной. Жидичак на жизни, овладание гуной. То есть он может ездить на гуне. Он может ездить на гуне. Понимаете? Разумеете. То есть если у вас есть права на трактор, вы понимаете, как он устроен, вы можете ездить на тракторе. Если вы имеете жидич на трактор, вы видите, как уделан трактор, вы можете клыдно ездить на ней. Я не могу ездить на трактор. Я не могу ездить на трактор. Я не понимаю, как он работает. Я не знаю, как он функует. Я не учился. Я сам не учил, вопрос есть. Ой. Řídit guny nemůžeme do fuce, jako neodezdáme, jako by Krishna. My věci nemůžeme upravovat gunami, jestli nepředadím si Krishna. No, da, da, my nemůžeme upravovat gunami. No, smatrite. Jo, my nemůžeme ovládat, jestli neodezdáme se, ale podívejte se. Bhagavad Gita, například, v té 14. hlavě. V Bhagavad Gita 14. kapitole. Tam vydají práva upravovat gunami, ne? Tam dávají práva řidičat na ovládání gunami. То есть, если вы понимаете, как устроены гуны, если вы видите, как уделаны
Ты гуны, механизм гуну. Вы даете экзамен. Вы делаете скошку. И вам дают права. Вы достанете жидичак. И вы становитесь гунатитой. Вы будете гунатита. Гунатита – это в переводе на такой русский язык, да, это будет водитель гуны. Гунатита в прикладе знамена тем, кто жиди гуну. Ну, смысл такой. Смысл такой. Ale impersonalisti taky ví, jak funguje jako tři guny. Impersonalisti ví to, že znají, jak pracují tři guny. Impersonalisti, no impersonalisti, ne совсем. Ne úplně. Ne совсем. Шрила Прабхупада píše taky o tom. Шрила Прабхупада píše o tom. Он объясняет вот эти проблемы. Он высветляет проблемы персоналисту. Я сейчас пытаюсь помнить, в каком это месте было. Я старый скушаем, где в каком месте это было. По-моему, это вот, да, в 17 главе. Мыслим, что это было правильно в 17 капитуле. Ну, и как раз вот в этом разделе, где говорится о том, как родные гуны влияют на... В той части, где Серджи говорит, как функуют эти разные гуны на нас. То есть, смотрите, то есть мы сейчас должны понять, как работает гуна. Кукайте, мы мусим похупить, как функует гуна. Знаете, как работает? Как функует гуна? Механизм. Она работает через счастье. Она функует через радость, счастье. Гуна показывает что-то? Гуна указывает нечто? И говорит, вот это счастье. То есть счастье. Считай ты вот это счастье. Считай вот это счастье. Возьми то, как счастье. И, допустим, например, гуна невежества, она будет говорить, счастье – это алкоголь, наркотики и так далее. Гуна неведомости будет говорить, счастье – это алкоголь, дроги и так далее. Гуна страсти, она скажет, нет, вот счастье – это вот там, что-то такое, деньги, да, там, женщины. Гуна вашня, квалита вашня будет говорить, счастье – то есть пенизы, жены. Власть, моц, какой-то успех, некий, да, успех. Вот. Какой внешний успех? Внешний успех. А гуна благости, она будет говорить счастье, это что? Квалита добра, будет жикать счастье, то яцо? Познание. Знание. Да, знание. Да. Оно, познание. Очищение смысла. Очищение, да, чувств. Да, да, да. То есть не так. И, соответственно, вера, она поэтому... Что такое вера? Вера и про то, что то и вера. Вера – это понимание того, что делает меня счастливым. Вера – это хапание того, что мне уделало счастливым. И поэтому вера, она связана с гунами. Про то вера и спойна с гунами. Потому что если человек находится под влиянием гуны невежества... Причем, если человек будет под влиянием гуны неведомости... То кто делает его счастливым? Кто его уделал счастливым? Кто его будет являться его Богом? Кто будет его Богом? Спанок. Сон или продавец наркотиков? Да, да, да. Прекрасно так. Продавец наркотиков и духи. В конечном счете духи, uh-huh. Духи являются богами. Тем, кто продавал другое, але поводнее будут духи, духовые, унесу его боги. Потому что человек к наркотикам подталкивает духи. Вже чоловіка к дрогам підпорує духове. Алкоголю так підталкивает дух. К алкоголю так і снажить підтлачить духове. І поэтому вот человек будет так делать. Просто чоловік буде так делать. Это его боги. То есть його богове. Для человека в гуні страсті хто буде являться Богом? Про чоловіка в квалиті вашні, хто є про неї Бог? Моцна особливості. Шрила Прабхупада сказал, сильные личности. Да, сильные личности, да. Оно мощные особи. Там в санскрите сказано якша. В санскрите речено якша. Если вы посмотрите санскрит, там будет сказано якша. Если вы поделаете на санскрите, там написано якша. Знаете почему? Видите прочь? Почему же поскитнут право богатствие? Потому что могут дать нам богатство и такие, да, вещи. Да, да. Потому что кувера, он хранитель богатств полубога. Кувера – это тот, кто хранит богатство и полубога. Кувера – это предводитель, главный якша. Кувера – это главный якша. То есть, поэтому все богатые люди, ну, в принципе, это якша. Всех небогатых людей, в принципе, это все якша. Понимаете? Вот. И, соответственно, какое...
Кому поклоняется человек в гуне благости? Я про то, кому, кого уцтива человек в колите вашне. Полубога. Полубоги. Потому что вот эта вот идея, знание, ну то есть, что человек в гуне благости, он для него счастье – это счастье других. Человек в квалите добра, то и про нее счастье, то есть счастье остальных. И, соответственно, счастливыми других кто делает? Даже про то, счастливым остальных дела кто? В материальном мире? В умотном свете? Счастливыми делают полубоги. Счастливыми дела отданы. Полубоги, пардон. Он не дает вот это вот счастье. Он не дает счастье. Ну, например, полубоги дают чистый воздух. Полубоги дают чистый воздух. Они дают воду. Дают воду. То есть они могут дать здоровье. Могут дать здоровье. То есть, соответственно, если полубоги дают все, люди счастливы. Если полубоги дают все, люди все счастливы. Но это все так или иначе относится под влиянием материальных гун. Але то всехно и под влиянием гмотное квалити. Поэтому это все материальные, в принципе, вещи. То есть всех материальные вещи. Хотя гуна благости, конечно, она самая лучшая среди всех. А и просто квалита добрая и наилучшая из всех? Но у нас трансцендентная вера. Але мы имеем трансцендентальную веру. И трансцендентная вера, она... В этой трансцендентной вере нашим Богом является Кришна. В трансцендентальной вере нашим Богом є Кришна. И что дает счастье? Отсюда ваше счастье, радость. Данная служба. Преданное служение. Да. Оно. Преданное служение. Данная служба. Вот. Ну вот таким вот образом, понимая вот эти вещи, мы становимся гунатитами. Таким способом, когда мы хапаем эти вещи, мы будем гунатитами. Так что как раз изучая Бхагавад-гиту можно получить еще и водительские, еще одни водительские права. А прото таким способом, если будем студовать Бхагавад-гиту, можем достать дальше рычаг. Уже научиться управлять гунами. Уж овладать гвалитами. Но почему вот вы правильно, да, Примадат Прабху сказал, что не предавшись Кришне, мы не можем победить. Исправный термин Примадата Прабху сказал, что если не отдаваемся Кришне, то не можем звитязить. Потому что человек, любой человек нуждается в счастье. Потому что какой человек пострадает счастье. И если он не скажет, что счастье – это преданное служение, если он не жекнет, что счастье – это отдана служба, он не может вообще отказаться от счастья. Он не может отмитнуть счастье. Тогда ему нужно будет выбрать либо счастье в гуне невежества, либо счастье в гуне страсти, либо счастье в гуне власти. Так он мусит выбрать, если будь счастье в квалите неведомости, будь счастье, либо счастье в квалите вашне, а либо счастье в квалите добра. Поэтому просто, конечно, понимание того, как работает гуна, недостаточно. Просто едином хапать, как функцию квалиты гмотной природы, не недостаточно. Надо в конце концов принять еще правильное счастье. И в конце есть потреба принять то справное, оправданное счастье. То есть принять то, что счастье, оно трансцендентное, не материальное. Принять, что счастье, то есть трансцендентное, не материальное. Потому что если мы это не примем, то мы обречены быть либо алкоголиками. Если мы это не примем, мы должны быть будь алкоголики. Либо якшами. Либо якшами. Либо полубогами. Либо полубогами. Поэтому все живые существа здесь в материальном мире – это либо алкоголики. Прото все живые бытости в том алкоголичном свете будь что алкоголики. Либо якши, либо полубоги. Либо, и будь либо якши, либо полубоги. И поэтому, если мы не примем трансцендентную вот эту вот веру, да? Если мы не примем эту трансцендентальную веру, то это нас тоже будет ожидать. Так то нас вот так и будет ожидать. А если мы примем, то тогда, да, мы придем к Кришне. А если мы примем, так я, мы придем к Кришне. А те, кто не примут, все останутся здесь, в материальном мире. А всех, кто не примет, останутся тари в умотном свете. Да, у кого-то будет лучше положение, у кого-то будет хуже. Йо, некто будет иметь лучший став, либо подминки, либо некто горший. Но в любом случае они останутся в материальном мире. А в каком случае останутся тари?
Гранд Рад Шримад Бхагаватам Ки. Джай.